Всем привет! Купили обои. Будем менять обстановку. Будем клеить зал. Длина обоя 10 метров. Ширина обоя 1,07 м. Отмерили обои. Будем резать ножом. Будем использовать клей спецфлизелин. Клей для всех типов флизелиновых обоев и обоев под покраску. Этот клей надо размешать в холодной воде на 5 литров. Воду добавляем прямо с крана и беспрерывно будем мешать с палкой до такого состояния. Должна получиться густым. И клей обязательно мажем прямо на стену вот такой большой кистью. Клей наносится не на обои, а на стену. Вот мы все закончили клеить обои, и вот так выглядят наши обои. Перед тем, как клеить новые обои, мы сдирали старые обои, очищали, но нам продавец сказал, что можно клеить прямо с этим клеем на обои, не сдирая старые обои. Но мы решились все сдирать, но мы попробовали, у бабушки тоже поменяли обои, и там точно клеится на старых обоях. Ну, далее мы купили потолочные карнизы. Крепятся они саморезами. Также пришлось купить под цвет обоев вот такую занавеску. Также мы купили для всех окон рулонные шторы. Бывают цельные и половинные для открывающихся окон. Они легко поднимаются и легко спускаются. Рулонная штора – это оконная солнцезащитная система. Представляет собой прямоугольный кусок специальной ткани. Наматывается на трубчатый вал. Располагается вверху окна. Вал держится на двустороннем скотче. Тканевыми ролетами мы управляем вручную. Представляет собой бесконечный синтетический шнур с пластиковыми шариками, которые вводят зацепление с подобием шестеренки, расположенным на верхнем трубчатом валу. Как говорится, хорошее светозащитное устройство. Целиком процесс работы я вам показать не смог, потому что снимать некому было, а дети находились во время каникул у бабушки. Вот так выглядит целиком наш зал. На этом у меня все. Не забудьте подписаться и поставить лайк.